Вопрос такой от Александра. А какая психосоматики астма и что конкретно вызвало эту болезнь у тебя? Ну, в тебе, сэр, вопрос. Ну, вообще астма – это не из раздела заболеваний, то есть ее даже нет в энциклопедии, и ее, если кто-либо рассматривает, то это не считается заболеванием, это действительно, как у нас многие говорят, что это психосоматика, и многие, очень многие в психосоматике тоже утверждают, что астма – это про прощение, то, что нужно прощать, нужно простить, нужно прощать, нужно это. Я очень долго работала с этим, мне кажется, я простила уже на 33 круга всю планету вокруг себя, и ничего мне не помогало, пока я в ином состоянии, когда я уже очень была длительное время на сухих днях, и там меняется восприятие этого мира. И когда я была в ином состоянии, я поняла, что астма не только у меня, а у всех других. Почему многие не могут пролечить ее прощением? Потому что астма – это про желудок. Астма – это именно про желудок. Почему у нас и не работает диафрагма у астматиков? Потому что она находится над желудком, в который мы скидываем то, что нежелательно. Еще могу пояснить, почему астма – это про желудок. Потому что когда мы рождаемся, у нас зарождается жизнь, через живот у нас идет пуповина, у нас на животе живот – это наша жива. И пока мы во внутриутробном состоянии у мамы, мы питаемся через пуповину, через свой живот и получаем кислород мы через тело, через воздух, через пуповину, не через легкие. И только когда мы выходим на этот мир, нам искусственно запускают легкие. Это называется в медицине термин, если я не ошибаюсь, раскрытие легких. И только после того, как мы рождаемся, у нас эта часть начинает действовать, рождение, легкие. И именно если мы не проработаем живот, нашу живу, с чего начиналась наша жизнь, с чего начиналось наше дыхание, то мы никогда не проработаем все остальное. А легкие – это только побочный эффект в нашем теле. Легкие – это не про дыхание. Легкие – это астма, это не про прощение. То есть если мы будем постоянно себя ковырять, как вот это вот старое болото, месить, 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 это будет безрезультатно, если мы будем что-то прощать, кого-то прощать. Астма – это всегда про желудок. И если у кого-то не проходит именно астма, то я бы вам рекомендовала обратить внимание именно вот на эту часть, проработать ее и с физической, и с психологической, и с психической стороны.